первые дни наступившего года многие берчане, невзирая на морозную погоду, проводили свой отдых на свежем воздухе. 4 января на главной праздничной площадке города состоялась новогодняя эстафета. К зимним забавам присоединилась и съемочная группа нашего телеканала. Новогодние праздники традиционно время каникул и у детей, и у взрослых. Немало горожан любят проводить это время активно, на свежем воздухе. Еще раз подтверждаю, что Бердск – город спортивный. Объединить всех любителей спорта, организовать массовый активный отдых. Именно такую цель ставит перед собой созданный в минувшем году «Спартоград». Впервые мы в Бердске попробовали Новый год на коньках именно в новогоднюю ночь на площадке Горького. Благодаря тому, что у нас свет там есть, лед есть, и наши инструктора там работали, провели Новый год. Там Дед Мороз на коньках выходил, призы были. В рамках празднования Нового года «Спартоград» проводит новогоднюю эстафету. Именно здесь, потому что здесь много народу. Это как бы ознакомительное, что у нас есть инструктора, которые работают во дворах. И чтобы люди привыкали понемножку и уже к ним приходили, уже знали их лицо. Мороз 4 января был достаточно ощутим. На центральной праздничной площадке немноголюдно. Но вот зазвучала ритмичная зажигательная музыка. И вышедшие погулять в центр города берчане стали прибывать целыми семьями. Можно просто взять и присоединиться к хоккейной или футбольной команде. Или поучаствовать в веселом конкурсе. Что ты хочешь? Тебе нравится здесь сегодня? Да, мне очень нравится здесь. Особенно кататься на горке и играть в футбол. Ребята активные, вон играем в хоккей. Даже взрослые играют. Веселье радует, и тогда не холодно вообще. Домой уходить не хочется. Никаких жестких спортивных правил. Правило одно – обязательное наличие хорошего настроения. Победителей тоже нет. Все участвующие получали сладкие призы. И присоединяющиеся взрослые тоже становятся на время как дети. Как будто попал 20 лет назад, как в моем детстве. Вообще шикарно, конечно, такое настроение, музыка и все такое. Весело же! Детей занять можно. Новогодние каникулы завершаются, но зима продолжается. И у всех любителей активного отдыха еще обязательно найдется время для зимних забав.